Внешне это увлекательно и захватывает, есть внутренняя жизнь, основу шоу. Я говорю правду? Или лгу? Мне нужен день в Лондоне, потом Стамбул. Хотела бы звать меня Айма Джен. Наша история о двух женщинах. Одна – британка, другая – командирша ИГИЛ. Айдила в начале, беженка пытается вернуться к дочери. Это история Айдилы. Двое людей стоят на разных сторонах, но оба не те, кем кажутся. Вы заслуживаете ненависти. Айдила может стать кем угодно. Кто такая Айдила? Вот вопрос. Аймоджин работает над этим. Аймоджин тайно работает на ней 6 через французскую разведку. Не можешь продолжать идти своим путем. Неграмотность Айдилы, оборот, и я такая же. Малик работает с Аймоджин. Он защищает ее шпионит издалека. Американцы научатся быть первыми. Потенциальная террористическая угроза на основе США. Макс вгерзается, взяв на себя расследование. У вас здесь нет строгих привилегий. И разведывательные агентства в сети. МИ-6, ДЖСД, ЦРУ. Не слишком хорошей батареи. Они работают слабо вместе. Свежие разведанные с французом, пожалуйста. Отвянь, хорошо. Еще не видели такого шоу. Сюжет каждый раз развивается новым путем. Что-то выглядит честным, но это ложь. Такой ажиотаж. Это игра персонажей против зрителей. Это шпионское действо. Нужно отыскать этой девочки. Да, сэр. Большой шпионский триллер с огневыми спектаклями. История этих двух женщин. Одна Эмоджин узнает, кто есть Аделаида. Так ли Аделаида верная к детям, когда не говорит правду? Двусторонний обман. Чувствовал, смогу справиться, когда ложили. Совсем не знаю, что напереди.